Привет всем, друзья! В этом видео рисуем по клеточкам мастера йода. Светло-зеленым фломастером рисуем сверху 5 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь 9 на следующем ряду внизу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь рисуем 17, но чтобы не ошибиться, нарисуем точно так же, как здесь 9 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И теперь добавим еще 4 слева, 4 справа. Теперь здесь, от второй клеточки, добавляем одну клеточку вниз и от нее одну вниз вправо лесенкой. Теперь с правой стороны, не от последней, а та, которая перед ней, добавляем одну вниз и одну лесенкой влево. Теперь здесь у нас получилось две клеточки, добавим еще три клеточки вниз, получится 5. И здесь две клеточки есть, мы добавим еще три клеточки вниз. Нижние клеточки соединяем. Теперь смотрите, пропускаем два ряда клеточек. Раз, два. И дальше разукрашиваем три ряда. Еще один ряд снизу. Две первые пропускаем. Рисуем 5 клеточек, как в начале. Так, берем теперь темно-коричневый. Зеленым еще нужно будет нарисовать 2 клеточки, но пока рисуем темно-коричневым. Итак, смотрите. Здесь есть 5 клеточек слева. 2 вниз пропускаем. 2 рисуем. Следующий ряд справа. Здесь вот одну первую пропускаем. И дальше рисуем 6 клеточек вниз. Дальше нам нужно еще раз украсить 6 рядов вправо по 6 клеточек. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой ряд по 6 клеточек. Теперь снова от этих 5 клеточек, которые мы нарисовали ранее зеленым фломастером, 2 вниз пропускаем и 2 коричневым разукрашиваем. Возвращаемся к зеленому. Рисуем здесь и здесь по одной клеточке. Теперь черный. Разукрашиваем глаза. Здесь 3 клеточки и здесь. И уши тоже разукрашиваем черным по 3 клеточки. 1, 2, 3, 1, 2, 3.